سيدنا محمد يا أشرف خلقنا. Месяц Рабиуль Ауал, месяц рождения лучшего из творений пророка Мухаммада, алейхи салату вассалям, нашего любимца, которого мы любим, которого мы почитаем и за которым должны следовать. Также этот месяц является месяцем благих дел и также радости, что посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, пришел в этот мир с руководством от Творца, то есть передать это руководство творениям, чтобы они жили между собой взаимоотношения. И также в этот месяц очередную нам поддержку наш земляк, наш брат Сулейман Каримов делает. И, конечно, эта поддержка, она ощущается постоянно. То есть не только в этот месяц, но и во время пандемии мы знаем, которая была от него поддержка, когда хаджи людей отправлял, разные благотворительные проекты, строительство мечети, помощь нуждающимся и так далее. И, иншаллах, после джума, после пятничной молитвы, всем тем, кто желает, можете остаться на маулид, который от нашего брата Сулейман Каримова, от него организован, инициатором, которым он выступает. Иншаллах, будет небольшой маулид, долго тоже не будем задерживаться. Один хороший дуа тоже сделан после маулида, чтобы Всевышний Аллах принял, дал ему и нам, чтобы здоровье, крепкого имана и также долгих, счастливых лет жизни. Хотелось бы поблагодарить инициатора данного маджлиса маулида Сулейман Каримова, что он не оставляет без поддержки нашу республику. И, как было до этого сказано, не только вот в этот месяц. Мы это наглядно видим, об этом даже, наверное, говорить, то, что уже сказано до этого, это достаточно. Говорить уже мы это сами видим. Пусть Всевышний Аллах поможет таким людям и подобным ему. То есть подобным ему, которые также помогают и увеличат их достаток еще больше, чтобы они также помогали еще усердней. Поэтому пусть Всевышний Аллах дарует и ему, и нам всего самого лучшего. И, иншаллах, на этом мы завершим. أحضرت الهداية ومحلى بالرضا.